Если наша полиция начнет применять оружие без предупреждения, это создавало определенные риски для рядовых граждан, и мы предполагали, что у рядовых граждан должна быть возможность для самообороны. В ходе дискуссии в рабочих группах нам удалось прийти к взаимопониманию с разработчиками лицей Министерства внутренних дел, и мы договорились, что они убирают предложение о применении оружия, табельного оружия без предупреждения. В свою очередь мы согласились с тем, что травматическое оружие надо тогда убирать из свободного обращения. Были случаи, к сожалению, когда бутылка использовалась, когда розочка так называемая, для нанесения, скажем так, поражающих и опасных для жизни граждан ранения. Если действительно есть реальная угроза жизни этому же самому сотруднику, либо охраняемому его объекту, либо другим там группам людей, он вправе применить, но в то же время есть определяющие условия. Он должен предупредить, попросить остановить незаконно свои действия, прекратить свои дерзкие поступки. Если на этот не реагирует, то он должен произвести выстрел предупреждающий. Если эта агрессия не будет приостановлена, он имеет право применить. Но в то же время, с учетом последних сложившихся несколько так негативных моментов, сейчас в этом законопроекте этот вопрос также исключается.